Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство в отношении судьи Хоссуда Киева Виктории Сиваковой. Соответствующее обращение в прокуратуру направил депутат Верховной Рады Ярослав Москаленко. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований. Судью Сивакову обвиняют в принятии решения, которым она в 2016-м признала правовые требования фирмы «Братьев Сигал» на имущество фабрики по переработке сои в Новой Каховке.